К сожалению, искусство теряет свои обороты в 21 веке. Теряет своего зрителя, который может оценить и понять автора. Все меньше и меньше людей ходят в театры, их заменили кинотеатры. Очень маленький процент выставок пользуется большой популярностью. Сейчас можно посмотреть все, что нас интересует на компьютере, и людям так действительно проще и удобнее. Посещение через интернет музеев, выставок и галерей и прочего становится естественной средой развития личности учащегося. Даже фотографии – это искусство, которое вы создали сами. А почему нет? Это доступно каждому, надо только захотеть. Информационные технологии оказывают огромное влияние на искусство в разных отраслях, даже в музыке.